девчонки! — воскликнул редактор нашей трансляции Георгий Куренков. Седина в бороду, без в ребро. Наш девиз – опытных и могучих мужчин. Всех приветствую на канале «Спорт», дамы и господа. Сегодня здесь в большом объеме, в полном, мы увидим очередной пятый по счету день соревнований пловцов. Наберемся терпения, подождем. Владимир Морозов будет плыть свой финал, Юлия Ефимова – полуфинал. В общем, сегодня будет на что, на кого посмотреть. И я думаю, что редактор нашей трансляции Георгий Куренков не будет разочарован. Introducing the FINA Commission. Anem a presentar la comissió de FINA.
Carol Zaleski, chairman of the Technical Swimming Committee. Don Blue, vice chairman of the TSC. Soren Corbo, honorary secretary of the TSC. And Dale Neuberger, TSC bureau liaison. The officials for today's events will be... Els àrbitres per a les proves de l'associació d'aquesta tarda seran... Referee for the men's events. Juez árbitro para las pruebas masculinas. Mr. Shigeo Ogata from Japan. Starter for the men's events. Jutge de sortides para las pruebas masculinas. Ms. Katsumi Eguchi from Japan. Referee for the women's events. Juez árbitro para las pruebas femeninas. Mr. Andre Vlaskov from Ukraine. Starter for the women's events. Jutge de sortides per a les proves femenines, el senyor Vicenç Soler d'Espanya. Снова здравствуйте, дамы и господа, приветствую всех зрителей программы «Большой спорт». Я Дмитрий Губерниев, говорит и показывает Барселона, пятый день плавательного чемпионата мира. И мы сегодня в рамках программы «Большой спорт» частично и в рамках полной трансляции на телеканале «Спорт» покажем несколько полуфинальных заплывов с участием российских спортсменок. Финал на дистанции 100 метров кроль с участием Владимира Морозова. Ну а сейчас полуфинальные заплывы у женщин на дистанции 100 метров кролем. Куда попала Вероника Попова, она плывет во втором полуфинале. Восьмая дорожка. Эвелин Верашто, сборная команда Венгрии. Циюхань, китаянка. По первой дорожке юная совсем 15-летняя девчушка, но мы привыкаем к тому, что в сборной Китайской Народной Республики молоденьких спортсменок и спортсменов хоть отбавляй. Королевская дистанция 100-метровка, и состав этого полуфинала впечатляет очень. Бронт Кэмпбелл, представительница Австралии. Серебряная медалистка этого чемпионата мира в эстафете 4 по 100 метров. Очень сильная, молодая 19-летняя пловчиха. Мишель Колеман – это представительница шведской школы плавания, где есть чемпионка мира Сара Сьёрстрём. Где Тереза Альхаммер долгое время выступала, потом ушла в декретный отпуск. Но, может быть, и вернется, как знать. По шестой дорожке Шеннон Вриланд, представительница Соединенных Штатов Америки, олимпийская чемпионка в эстафете 4 по 200 метров. Здесь она стала чемпионкой мира в эстафете 4 по 100. Шеннон Вриланд, шестая дорожка. Танг И, представительница Китая. Бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира. Вероника Попова поплывет в следующем заплыве. У нас еще в рамках большого спорта 200 метров комплексное плавание, финал мужчины. И дальше мы увидим полуфинал с участием Юлии Ефимовой на дистанции 200 метров брасом. А сейчас великая немка Брита Штефан на ваших экранах. Двукратная чемпионка мира, двукратный олимпийский чемпион. Но пока сборная команда Германии выступает на этом турнире очень скромно. Более чем скромно. Без медалей совсем. Ну а вот та, которая здесь уже трижды стала чемпионкой, она же четырехкратная победительница Олимпийских игр, всего шестикратная чемпионка мира, великая Мисси или Мелисса Франклин. В 18-летнем возрасте она становится главной звездой не только, наверное, американского, но и мирового плавания. Брита Штефан, которая выступает сегодня в этом полуфинале по пятой дорожке, действующая мировая рекордсменка. 52.07. Результат Бриты Штефан был показан на чемпионате мира 2009 года в Риме. Тогда она первенствовала, ну а затем уже выигрывали другие люди. И в Шанхае, где Герасименя с Оттосом поделили золото, и в Лондоне,
где первенствовала Рамоми Крамовидьо из сборной команды Голландии. Ну что ж, посмотрим, в какой форме пребывает сегодня относительно прежде всего Мелиссы Франклин Бритта Штефен. Каждый полуфинал невероятно серьезное и сильное испытание для спортсменок. Но вот сейчас мы видим, что Брита по пятой дорожке блестяще начала. По седьмой Бронт Кэмпбелл здорово, но Мисси Франклин по четвертой готовится первой выполнить поворот. Но тем не менее, сейчас мы видим, как танк И блестяще сработала последние метры первого бассейна. 20-летняя китайская спортсменка, которую мы уже видели на крупных мировых соревнованиях. Это очень серьезная борьба. Кольман из сборной команды Швеции. Танк И. Мисси Франклин. Бритта Штефен. Пока сейчас по четвертой дорожке мы видим чуть впереди. Но, впрочем, не Мисси Франклин, а Бритта Штефен. И финиш еще и у Шеннон Вриланд хороший. Франклин первая. Здесь касание решило судьбу заплыва. Бритта Штефен на втором месте. И третий Вриланд приплыла. Очень близко расположились девушки друг к другу. 53-78 результат Мелиссы Франклин. 53-85 время от Бритты Штефен. 53-99 Шеннон Вриланд показала. Кэмпбелл пятая, Танги все-таки четвертая приплыла. Но Колеман отстала. Еще одна китаянка только лишь восьмая. Сейчас мы увидим результаты и будем ждать нашу Веронику Попову. Наши девчонки старались очень в эстафете 4 по 200 метров. Сегодня еще один финал этого увлекательного вида под названием эстафетное плавание у дам. Однако мы заняли 9-е место с утра и в решающий заплыв не попали. Хочу сразу сказать поклонникам футбола, не переживайте, мы сегодня матч сверхзвездного рубина обязательно покажем. Ну а после этого великого противостояния с датской командой, название которой я не знаю, мы увидим в рамках программы «Большой спорт» еще и остальные важные для нас финалы, плюс ко всему полуфиналы с участием наших. Ну вот, пожалуйста, следующий полуфинал. 100-метровка крылевая у женщин. И здесь Вероника Попова. Надо бы отметить, что Попова, которая была финалисткой Олимпийских игр, но не в этом виде программы, а на дистанции вдвое длиннее. Ей не привыкать плыть в такой компании. 10-й результат показала Попова с утра. 54-53, но может плыть быстрее. Посмотрим, что сейчас будет. Эвелин Вераште, 8-я дорожка. Представительница сборной команды Венгрии. Но сейчас, впрочем, Карен Принслоу, это сборная Южной Африки. Дальше у нас Бернила Блюме, это представительница Дании, появилась. Пока в тени звездной Янетта Уоттерсон-Грей. И вот, пожалуйста, сборная команды России. Здесь снова всецело на трибуне. Приветствуем Веронику Попову, представительницу питерской школы плавания. Давно в сборной команде, призер чемпионата мира в короткой воде, в эстафетном плавании, победитель многих международных соревнований. Вероника Попова в группе Михаила Горелика, очень известного спортсмена, ныне тренера, работает наша питерская плавчиха. Ариана Вандерпул Уоллес, представительница Багамских островов, но плавает она в Соединенных Штатах Америки. Сейчас голландок будут представлять. Фемке Хемскерк, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира. И выйдет сверхзвездная подопечная великого голландского тренера Яко Верхаарена. Раноми Крамовидьо, действующая олимпийская чемпионка в этом виде программы. Трехкратная чемпионка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Она плыла с невероятным запасом сегодня с утра. По пятой дорожке, вернувшая себе звание сильнейшей на планете на 100-метровке баттерфляем, Сара Сьёрстрём из сборной команды Швеции. И олимпийская чемпионка в эстафете 4 по 100. Здесь серебряный призер в аналогичном виде программы Кейт Кэмпбелл, Австралия. 52.07 мировой рекорд от Бритты Штефен. Очень сильно нужно постараться рекордсменке нашей страны в этом виде программы Веронике Поповой для того, чтобы попасть в следующую стадию соревнований.
На Казанском студенческом форуме Вероника Попова в этом виде программы заняла второе место, коллекционировала очень много медалей тогда. Она уже давно является одним из лидеров российского тролля. Очень талантливая, очень работоспособная, прибавляющая на глазах. Но вот этот уровень уверенности уже нужно демонстрировать в таких серьезных заплывах на чемпионате мира. Об этом говорил Александр Попов, который является несомненным королем Барселоны, Олимпийской и чемпионата мира 2003 года. Кейт Кэмпбелл демонстрирует просто феноменальную прыть, преодолев первые метры дистанции, даже быстрее графика мирового рекорда. Кроме Ведьёве проигрывает почти 4 десятых. И здесь только на 7-й позиции, увы, Вероника Попова. Трудно ей сейчас плывется, и уже основные выигрывают. По сути, только Принцлу из сборной Южной Африки уступает Поповой. Но вот сейчас мы смотрим моменты финиша. Кромовидьёве, третья дорожка, Кэмпбелл и Сара Сьёстрём вырывается вперед. Она-то и финишировала первой, 52-87. Но видно, с каким запасом работали лидеры в этом виде программы. 52-87, увы, Вероника Попова 54-15. Немножко ей не хватило до национального рекорда. Она ведь быстро проплыла. 54-12 – это наш рекорд России. То есть фактически пятое место. Вроде бы неплохо, но вот нужно было плыть быстрее рекордного внутрироссийского графика, чтобы все же рассчитывать на попадание в следующую стадию, с учетом того, что очень неплохо и в предыдущем заплыве, хотя и медленнее, чем в этом, выступили спортсменки. И вот Поповой может не хватить совсем чуть-чуть для попадания в финал. 54-15. Давайте посмотрим результаты этого заплыва. И дальше будем смотреть за списком восьмерки сильнейшей, которая квалифицировалась в решающий заплыв. Он завтра. И вот смотрите, 9-й результат только лишь у Вероники. 54-15. Ей не хватило 0,06 до показателя Танги. Вот они, девушки, которые пробились, увы, без нашей Вероники. Ну а дальше готовится Юлия Ефимова. Она на ваших экранах. В то время как разминаются ее основные соперницы на дистанции 200 метров брасом. И здесь борьба развернется весьма серьезная между Юлией Ефимовой и между датской спортсменкой Рики Педерсон прежде всего. Ну и мы обратим внимание на многообещающую представительницу Техаса, американку Лоуренс. Но об этом чуть позже. Равно как и финал с участием Владимира Морозова мы сегодня покажем вам в прямом эфире. А тем временем финал без участия российских спортсменов. Но, собственно, это уже такая привычная история. Комплексное плавание, 200 метров. Итак, кто будет соперничать с Райаном Лохти, который выигрывал у Фелпса в этом виде, проигрывал Фелпсу, вспомним Олимпиаду, и выиграл, скажем, в 2011 году на чемпионате мира. Ласло Чех будет стараться победить. Касуки Хагина, сильный японец, но все они сейчас появятся. Симон Сьодин, сборная команда Швеции. Это 8-я дорожка. Рекордсмен своей страны. На чемпионате Европы был 5-м в этом виде программы в прошлом сезоне. Даниэль Трентер, представитель Австралии, первая дорожка. Здесь будут плыть два представителя Японии. Приветствуем сейчас первого из них, Дайя Сэто. Фактически юниор, 19 лет недавно исполнилось парню, но уже финалист. Спортсмен из сборной команды КНР Панг Шун. В свое время был бронзовым призером в королевой эстафете 2011 года чемпионата мира. Тоже 19 лет ему. Бразильский спортсмен. Бразильцы выступают здесь очень неплохо. Золото и бронза уже в активе
земляков Тиаги Переры. Он по шестой дорожке. Один из тех, кого можем называть смело ветераном, но он по-прежнему в боевых кондициях, в боевой форме. Чемпион и семикратный призер первенств мира, пятикратный олимпийский призер Ласло Чех, Венгрия. Открытие этого чемпионата 18-летний Касуки Хагина. Хагина по финалам бродит и уже медали собирает. Очень сильный мастер. Ну и очень разноплановый спортсмен. Еще одна легенда мирового плавания. И сейчас самая главная звезда с точки зрения титулов, отношение к делу, Райан Лохти, Соединенные Штаты Америки. Оставшийся без медали на 200-метровке. Серебряный призер на дистанции 4 по 100. Первый день соревнований. На 0,02 секунды опередили американцы россиян. У нас пока бронза эстафетчиков, бронза Изотова и серебро Ефимовой. Наши все медали. Плюс ко всему в открытой воде Евгений Драцев, как мы помним, в мясорубке на финише зацепил бронзовую награду. Надеемся, что не подкачают наши ватерполистки. Увы, после поражения в полуфинале шанс побороться лишь за бронзу, но этот матч тоже приковывает большой интерес. И вот вижу, что сейчас за пятую дорожку в качестве судьи отвечает Евгений Садовый, один из тоже коронованных королей Барселоны, трехкратный олимпийский чемпион 92 года. Женя сейчас арбитр международной категории. Очень переживает он за Владимира Морозова, который тоже тренируется у Виктора Авдеенко, в том числе и там работал Евгений Садовый в свое время. Райан Лохти, 1:54.00. Вспомните Шанхай, он установил мировой рекорд. Первый в бескостюмную эру. Начал здорово и вместе с Лохти, который проиграл Перейре, начинает еще и Ласло Чех. Перевернулись на спину. И, по-моему, сейчас предпринимает попытку Райан Лохти, который является 12-кратным чемпионом мира, побороться за свою 13-ю награду. Попытка очень серьезная, но Тиаго Переро, не имеющий пока медалей чемпионатов мира, но имеющий олимпийское серебро, опережает, прежде чем они переключатся на образца, опережает Лохти на 0,14 секунды. Молодец Хагина. Японская школа Брасса известна. И вот сейчас зарубаются друг с другом 4-я, 6-я дорожки. Райан Лохти и Тиаго Переро. Остальные, как мы видим, отстают. Лохти от Переро сейчас уплывает Брассом, обеспечивая себе, ну, как минимум, комфортненькое, скажу так, преимущество. Ведь в кроле это Лохти ас. 0,57 секунды. И Хагина секунду 64 уступает. Ласло Чех плывет четвертым. Последний полтинник кролем. Комплексисты преодолевают. Держится на второй позиции Тиаго Переро. Не получается у него подплыть к Райану Лохти, который с преимуществом становится 13-кратным чемпионом мира. А Касуки Хагина сейчас атакует бразильца. И успешно атакует. Вот вам, пожалуйста, японский мастер. Выигрывает серебряную награду, блестящий отработав финиш. А это Райан Лохти. С чемпионством поздравляем великого американца. Он 13-кратный чемпион мира. Райан Лохти доплыл до своей победы, подтвердил звание сильнейшего, как и год назад, 2 года назад, прошу прощения, в Шанхае. Год-то назад Майкл Фелпс нахлестал по щекам своему партнеру по команде. Ласло Чех тогда остался третьим. Перейра был четвертым, а Касуки Хагина пятый. Вот посмотрите, они здесь рядышком. Но с той лишь разницей, что Ласло Чех занимает только 5-е место, уважаемые дамы и господа, в этом заплыве. И это, конечно, очень большое разочарование. Ван Кшун из Китая 4-й. Активненько он отработал последнюю стадию. Впечатляет, согласимся. Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем наш репортаж. И еще два
полуфинальных заплыва мы сейчас будем смотреть с участием Юлии Ефимовой. 200 метров брас. Финал там завтра. И мы в прямом эфире уже на России 2 покажем целиком все заплывы. А я напоминаю, что после того, как мы увидим 100-метровку крылевую с участием Владимира Морозова, там дальше финал на дистанции 200 баттерфляй, полуфиналы с участием наших. Ну, в таком схематичном виде вечером в программе «Все включено». И у нас сегодня еще включение запланировано. Я рассчитываю поговорить с великим Александром Поповым по итогам сегодняшнего соревновательного дня. Результаты на ваших экранах. И посмотрите, 0,01 секунды решила судьбу. Серебряной медали Касуки Хагину отнял ее у Тиаго Перейры. Да, дела. 200 брас женщины. Юлия Ефимова поплывет в следующем заплыве. Но здесь у нас тоже будут очень интересные персонажи. В том числе одна из основных претенденток на победу, Рики Петерсон, из сборной команды Дании. Исландская спортсменка Хильда Лютерсдоттер. Восьмая дорожка. Янг Живон, кореянка, по первой дорожке будет выступать. Девушке 16 лет. Но она уже счастлива от того, что она просто сюда приехала и даже в полуфинал попала. Молодец. Поопытней Салли Фостер, австралийская спортсменка, двукратный призер чемпионатов мира. Сборная команда Австралии пока рекордсмен по количеству серебряных наград. 5 штук. Только одна золотая. У американцев уже 7 золотых и всего 15 медалей в этом бассейне. Брэй Ларсон, США. Марта Маккейб появится сейчас по 6-й дорожке, представительница Канады. Вот обратим внимание на украинское солнышко. Совсем юное, но необычайно талантливое. И мы желаем удачи Виктории Солнцевой. Спортсменка из Полтавы. Ей исполнилось всего лишь 15 лет 19 июня, но Вика Солнцева уже финалистка чемпионата мира. Вспомните дистанцию вдвое короче, была она там 6-й. Молодец! Ри Кането, японка. Очень хорошая спортсменка. Бывшая в финалах крупных соревнований. И Рики Мюллер-Педерсон. Вот смотрите результаты, какие показывала в нынешнем сезоне Рики Педерсон. Вот рейтинг нынешнего года 2.20.53. Лоренс 2.21.74. Ефимова для сравнения вместе с Канета 2.23.13, 2.23.11 Канета. То есть Юле нужно очень сильно прибавлять для того, чтобы добиваться успеха здесь. Педерсон, если следить за ее успехами, была 7-й в 2011 году на мире. Потом чуть-чуть ей не хватило до медали, когда в 2012 году бронзу, как мы помним, в Лондоне отвоевала Юлия Ефимова. Сатоми Сузуки была второй японкой и выиграла Ребекка Сони, подтвердив свой олимпийский успех 2008 года. Итак, 200 брас. Ребекка Сони 2.19.59. Рекорд мира. Анна Мэй Пирс, канадка, 2.20.12. Рекорд чемпионатов. Юлия Ефимова сегодня с утра плыла, ну, как ловцы говорят, купаясь, примерно метров 150. Здорово отработала полтинник заключительный и финишировала с третьим результатом. Но уже 2.23.13 показала. То есть еще раньше было где-то 2.24. То есть в этом смысле Петерсон плыла намного сильнее. Рики Педерсон для брасистки достаточно опытная девушка. И 24 года. Посчитала разочарованием она все же свое 4-е место на дистанции 100 метров, где Ефимова опередила американку Джесс Харди.
но проиграла Руте Мельютите из Литвы. Но Рута культивирует дистанцию 100 метров. И вот сейчас посмотрите, по центральной четвертой дорожке феноменальное совершенно преимущество Рики Педерсон. И причем преимущество она имеет не только над пловчихами, которые с ней по соседним дорожкам расположились, но и относительно сплита мирового рекорда. Едва ли не секунду везет. Вот это интересно. Вспомните полуфинал на дистанции 100 метров брасом, когда Рута Мельютите установила мировой рекорд, а в финале уже хоть и выиграла у Ефимовой, но до рекорда не доплыла. Вот это атака. Но Юля очень серьезно настраивалась на дистанцию 200 метров. Вместе со своим наставником Дэвидом Сало культивировала как раз именно этот вид. Делала на него основную ставку, но Рики Педерсон сильна неимоверно. И, впрочем, если уж согласно того заплыва, который мы видим на дистанции 100 метров, навязывала борьбу и Рути Мельютите, и Юлии Ефимовой, то что говорить о соперничестве с Рики Педерсон? Вы посмотрите, на секунду и даже больше, секунду 0,6, она везет графику мирового рекорда. И как оживился бассейн! Как оживился бассейн, уважаемые друзья! Вы посмотрите, насколько здорово Рики Педерсон сейчас, ну, просто из всех орудий палит по соперницам. И я думаю, что после таких контузий не скоро еще образумятся те, кто будет составлять конкуренцию. Смотрим, будет ли мировой рекорд. Да! 2:19.11. Почти на полсекунды она превзошла достижение Ребекки Сони, установленное на Олимпийских играх в Лондоне. Это третий мировой рекорд, дамы и господа, под сводами Палау Сан-Жорди в Барселоне. Рута Мельютите, американка Ледецки на дистанции 1500 метров. И вот еще один вид олимпийский. 200 брас. Рики Педерсон, мировая рекордсменка. Надо сказать, что Фина, помимо солидных призовых, которые увеличились на этом чемпионате, еще и платит большие деньги за мировые рекорды. Плюс ко всему рекламные контракты у спортсменов. И вот в этом смысле, конечно, универсиада универсиадой, но все же главный старт сезона здесь. Вот где надо показывать секунды. Ну а пока, если говорить о той прыти, которую наши спортсмены имеют, пожалуй, единственная Ефимова, которая еще больше упрочила свои позиции по отношению к Казани. Посмотрим, что сегодня покажет Владимир Морозов. Ему будет очень трудно, и Попов, и Садовый наши великие вот так покачивали головами, когда мы беседовали о перспективах. Молодец, Рики Педерсон. Ну что ж, неужели повторяется ситуация 100 метров? 100 метров брасом. Молодец, датчанка. Почти на полсекунды обновила рекорд мира. Виктория Солнцева, кстати, четвертая. Вы посмотрите преимущество относительно соперниц. Рия Канета проиграла Педерсон больше 4 секунд. Вот это да, вот это уровень. Сейчас второй полуфинал. Появится Юлия Ефимова. Не просто ей будет, мы это знаем. Вот сейчас Саша Попов прислал смс-ку. Он буквально метров через 20 на трибуне вместе с семьей. Ох-ох-ох. Вот и претендент на золото. Ну что ж, посмотрим, чем ответит Ефимова. Серьезный раздражитель, вот такие результаты. Но мы знаем, что Юля боец и борец. Тут еще и Лоуренс, не подарок, американка. Здесь у нас не то, что должна быть медаль, это спорт. Но понятно, что Юле по силам сражаться за призы. Но ведь вопрос идет о судьбе золотой медали. Лауханин из Финляндии, восьмая дорожка. Бэк Су Йон, это представительница Кореи, первая. Ну, мы, кстати, как-то размышляя о перспективах, не очень я был впечатлен плаванием сегодняшним утренним от Сатоми Сузуки из Японии, который на ваших экранах. Ну, на секундочку, она серебряный призер Олимпийских игр, опередивший Ефимову в том финале год назад. Сатоми Сузуки на ваших экранах, дамы и господа.
испанка Вальмонтеро появляется сейчас и снова переполненный палау Сан-Жорди неистовствует. Трибуны ревут. Ши Чжинлин из сборной команды Китайской Народной Республики по шестой дорожке. Марина Гарсия, еще одна испанка по третьей дорожке. Монтеро поопытней. Гарсия плавает давно, но есть всего 19. Внимание, Юлия Ефимова, вице-чемпионка мира на дистанции 100 метров. Принесшая нашей сборной пока самую ценную серебряную награду, плюс еще две бронзы у ребят. И Майкл Лоуренс, Соединенные Штаты Америки. Она, кстати, была вместе с Ребеккой Сони в олимпийском финале. Сони победила, а Лоуренс шестая. Итак, уважаемые друзья, пятая дорожка, Юлия Ефимова. Вспомните универсиаду, когда она весь брас выиграла блестяще. Но твердо заявляла еще тогда Юля в Казани, что на чемпионате мира она ждет от себя других, более быстрых секунд. Да, 2.19.11 мировой рекорд. Фантастические, конечно, цифры от Рики Педерсон. Насколько сейчас заведется Ефимову, понятно, что самый быстрый отрезок нужно показать завтра. Вот сейчас мы видим, что с Лоуренс они вдвоем, но, впрочем, нет. Вдвоем-то вдвоем на второй-третьих позициях, а здесь по третьей дорожке лихо отработала последние метры перед поворотом испанка. Испанка, которая финалистка на дистанции 100 метров, осталась седьмой. Ефимова сейчас выходит вперед, как мы видим. Ее розовая шапочка видна издалека. Атакует Юля заметно. Заметно атакует. Ефимова сама из Ростовской области, ныне выступает за область Тюменскую. Тренируется в Штатах. Личные тренеры Андрей Ефимов и Дэвид Сало. Почти корпус преимущества Юли. Вот, обратим внимание на крепость нервной системы, какая должна быть у большой спортсменки. Наоборот, воодушевиться. Насколько это можно после такого феноменального плавания соперницы, главной соперницы, которые еще до начала этого чемпионата предрекали основное сражение с Ефимовой за золото. И в этом, кстати, эксперты, по мнению, что Педерсон фаворит, все же были единодушны. Ну вот посмотрите, тот самый проигрыш полусекундный. Больше двух секунд Юля выигрывает у остальных пока за 30 метров до финиша. Единоличное лидерство российской спортсменки. Видно, что она завелась. Видно, что она атакует и плывет тоже здорово. И зал поддерживает. Посмотрите, какое превосходство относительно Майки Лоуренс. Относительно Марины Гарсии, сборной команды Испании. Юлия Ефимова в полуфинале. Как и датская спортсменка, однозначно сильнее. А теперь мы сравним результаты. Результаты. И... ну что ж. 2.19.85. Солидно, Юля, солидно. Это рекорд России. Это однозначно лучший результат в карьере Ефимовой. Она проплыла, скинув больше секунды со своего личного рекорда, который является одновременно национальным рекордом. Вот это Юля, молодец. И я хочу отметить, уважаемые друзья, что здесь завтра будет невероятная борьба за победу. И не сомневаемся мы, вот то, что творила на дистанции 100 метров брасом Юлия Ефимова, когда, ну, казалось, что Мельютите абсолютный фаворит. Но и в интервью нашим программам говорила Юля, что она будет бороться до самого конца. И вот сегодня мы видим, что
Это пока еще заочная борьба состоялась. Юля тоже выиграла порядка 3 секунд у ближайшей преследовательницы. Рекорд России, личный рекорд. 2:19.85. Ну что ж, выиграла, между прочим, 74 сотых у Ефимовой. Достаточно прилично, но таким заоблачным это преимущество мы назвать не можем. Итак, завтра в прямом эфире «России-2» мега-соперничество. Мировой рекордсменки Рики Мюллер-Педерсон и Юлии Ефимовой. Думается, что остальные будут бороться, но, впрочем, ставим многоточие, уважаемые дамы и господа. Ну а сейчас 100-метровка «Кроль» с участием Владимира Морозова. Болеем дружно. Настраивается Володя. Но опять-таки, какие соперники, боже мой, какие имена. Итак, 100 метров «Кроль». Приветствуем участников финала. Стартовый лист на ваших экранах. Володя поплывет по второй дорожке. Бронзовый призер этого чемпионата в эстафете. Бронзовый призер Олимпийских игр в той же эстафете. Люка Дотто, 8-я дорожка. Серебряный призер чемпионата мира на дистанции вдвое короче 2011 года. Спортсмен из Италии. 19-летний австралиец Кэмерон МакКивой. Пока без медали на этом чемпионате. Сейчас мы увидим звезду европейского, французского и, конечно, мирового плавания. 7-я дорожка. Фабьен Жило, дамы и господа, Франция. Как приветствуют его. Французов очень много в зале. Они конкурируют с испанцами. Ну, может быть, не по количеству испанцев больше, но по уровню шумовой поддержки однозначно. Итак, дамы и господа, студент университета Южной Калифорнии, выступающий за Россию, проживающий в Лос-Анджелесе, Владимир Морозов. Спортсмен выступает за Волгоградскую область. Дэвид Сало, тренер атлета. Но мы знаем, что Морозов тренируется и у Виктора Авдиенко. И великий Авдиенко продолжает консультировать, находясь на посту гостренера, Володю. Джеймс Магнуссен, дамы и господа, Джеймс Магнуссен, Австралия, действующий чемпион мира в этом виде программы, опередивший Брента Хайдена из Канады и Уильяма Мейнара, француза, 2 года назад. Марсело Чиригини, это представитель Бразилии. Он в финале, он очень прилично проплыл, тренируется и живет в Соединенных Штатах Америки. И 2 американца. Джимми Фейген. Но это второй номер в американской команде. Хотя уже олимпийский призер, призер этого чемпионата в эстафете 4 по 100. И еще один призер этого чемпионата в эстафете 4 по 100. Но трехкратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира и действующий олимпионик на дистанции 100 метров кроль. Натан Эдриан, дамы и господа. Вот это финал сейчас будет. Володя Морозов по второй дорожке. Трудно придется парню, сомнений нет никаких. Вот то плавание, которое он показывал, оно не очень впечатлило Попова, Садового. Я долго, много с ребятами разговаривал, с нашими великими, с нашими гениями относительно Морозова. Он выиграл 2-й чемпионат мира в короткой воде, вспомните декабрь. И вот сейчас будет сражаться в этом финале. 100 метров кроль. Королевская дисциплина. Один из самых зрелищных видов программы чемпионата мира по водным видам. 8-я ближняя к нам. 1-я дальняя. По 2-й Владимир Морозов. Снова прекрасно и быстрее всех, надо сказать. Вновь быстрее всех Морозов оттолкнулся от стартовой тумбы. Вообще стартовая реакция – это его фирма, это конек Володи.
И плывет очень быстро сейчас в надежде на то, что первую половину отшарашит. Посмотрите, как здорово Морозов. Пока первый, по второй. Натан Эдриан за ним. Но теперь дотерпеть. Плюс 44. Натан Эдриан проигрывает. И чуть быстрее графика мирового рекорда. Владимир Морозов сейчас. Грибок за грибком. Впрочем, Натан Эдриан пытается подтянуться. Джеймс Магнуссон. Финишер блестящий. Владимир Морозов по-прежнему плывет на первой позиции. Володя дотерпеть. Ну, финишные моменты. И посмотрите, как соперники просто волной накатывают, волной. Это цунами, и с ним не справится, и захлестнуло оно Морозова. Подтащил он 85% дистанции за собой конкурентов и остался, увы, пятым. 48-01. Ну что, вот, увы. Не получилось сработать финиш, блестяще начал. Но вот эта проблема, кстати, отсутствие финиша, она давлела и над Изотовым. И в этом смысле, конечно, насколько здорово Морозов в начале, в середине выглядел. Настолько, увы, он оказался неконкурентоспособным. Пятый результат. Магнуссон чемпион. Американцам, кстати, очень серьезно сейчас по голове дали. 11 сотых секунды. Магнуссон выиграл у Фейгена. Андриан третий. Но досадно, досадно, что не хватило Морозову, потому что казалось, что это не просто шанс побороться за медаль, а шанс победить. Но пятое место. 48-01. 48-01. Личный рекорд у Морозова. 47-62. Магнуссон 47-71. Проплыл, кстати, хуже, чем Натан Эдриан год назад. Проплыл Магнуссон хуже 47-63, чем сам два года назад. Очень обидно, конечно, потому что в этом финале, конечно, шансов было, может быть, глядя на то, как плывут остальные, не шибко много. Но я снимаю шляпу перед Поповым, перед Садовым, которые все же качали головами и говорили про то, что очень сложно придется именно на последних метрах дистанции. Как выдержать финиш? Скорости не хватает. И вот, увы, этой скорости не хватило. Но все одно я хочу Владимира похвалить за ту радость борьбы. И мы уже расстраиваемся вот этим пятым местам. Володя максималист, он приучил нас. Я не сомневаюсь, что будут другие успехи. Ну что, это спорт, пятое место. Проиграл он этот финал, проиграл по делу. Но я думаю, для воспитанника детско-юношеской школы «Кольцовские надежды», что в Кольцове, в Сибири, вот такое плавание Морозова – это очень серьезный стимул для мальчишек и девчонок. Наши парни снова на равных соперничают с великими, но пока Морозов проигрывает. И проигрывает, увы, по делу. Жаль. Ну что? Что делать? Это спорт. Пятое место. Хотя успокоиться трудно, согласитесь. Сейчас церемония награждения у нас. Ох, жаль, жаль, потому что как хотелось. Но не моглось. Ну что ж, у нас церемония награждения, уважаемые друзья. Мы продолжаем работать из Барселоны. Пока у нас задерживается футбол, насколько я понимаю, по каким-то причинам. То ли сигнала нет, то ли что-то. Но я думаю, что настоящий футбольный болельщик, настоящий футбольный болельщик сейчас прильнет к экранам, посмотрит плавание. Может быть, даже от этого и станет чуть лучше. Люди бросят курить, злоупотреблять всякими излишествами и так далее. Все-таки это благородно. Тут тоже есть спортсмены из Дании, уважаемые болельщики Рубина. Ну что ж, церемония награждения. Тиаго Перейра, это 200 комплекс, это мужчины. Бронзовая медаль у бразильца, который на самом финише проиграл японцу. Шел вторым-вторым и в итоге остался третьим. В Австралии, кстати, вторая золотая награда только лишь вот, стараниями Магнуссона. Вторая же медаль после бронзы серебряная у японца Косуке Хагино.
Теперь другой Касуки звезда, Китаджима сник, но засиял яркими красками Хагино. 1:56.29 между серебряным и бронзовым призером, всего лишь 0,01 секунды. И сейчас свою 13-ю награду чемпионатов мира по водным видам спорта получит прекрасный серфер, отличный баскетболист, спортсмен разноплановый Райан Лохти, Соединенные Штаты Америки. Сборной США уже 7 медалей, всего 17, 6 серебряных и 4 бронзовых. 17 медалей у американцев уже. Идет только 5-й день чемпионата мира по плаванию. Сборная команды России на 11-м месте в общекомандном зачете. 1 серебряная и 2 бронзовых медали. Всего 3. Посмотрим, что покажет Ефимова. Завтра на 200-метровке зарубилась с Педерсон. И, конечно, трудно успокоиться после вот таких даже полуфинальных заплывов. Но, конечно, морозовский финал. Эх, Морозов. Ну, что поделать. И Лохти проигрывал. Вообще в тени Майкла Фелпса был достаточно долго, но даже при действующем Майкле, который здесь был несколько дней в качестве почетного гостя, вместе с девушкой приехал, ему удавалось очень так серьезным солнцем осветить поляну Фелпса и, собственно, загонять того в тупик, выигрывать в смысле. Ну что ж, а сейчас американский гимн в честь Райана Лохти. Сейчас мы видели вот эти возгласы американцев. Они, конечно, сопровождают каждый заплыв. Райан Лохти чемпион. Но по-прежнему я хочу сказать, вы знаете, сегодня спортивные боги, которые внимательно наблюдают за тем, что происходит в России, по-прежнему выделяют плавание. И есть проблемы с сигналом. Но хочу сказать, что Рубин на 12-й минуте забил в споре с датским раннерсом. И гол забил Тарбинский, дамы и господа. Так что Рубин Казань впереди со счетом 1-0. Но еще раз я отмечаю, что все это неспроста, как мне кажется. Сегодня спортивные боги за плавание. Это мы знаем. Сейчас попрошу болельщиков Рубина не обижаться. Все знают мое трепетное уважительное отношение к Казани и к казанскому Рубину. Ну, плавание же интереснее, согласитесь. Поэтому продолжаем смотреть плавание. Тем более, что сейчас женский финал дистанции 200 метров баттерфляем. Тарбинского нет, но есть очень симпатичные девушки. Стартовый лист. Ladies and gentlemen, introducing the
the finalists for the next event, the women's 200-meter butterfly final. Señoras y señores, la siguiente prueba de esta sesión es la final de los 200 metros mariposa femenino. Las finalistas son... Ну, здесь Яне Мартыновой было сложно попасть даже в полуфинал. Representing Spain. Но потом у нас 200 метров в раз мужчины. Там, кстати, в полуфинале очень приличное, стопроцентное представительство наших. Вячеслав Синкевич и Марат Амалдинов. Желаем парням удачи. Игнасио Сорибес появился, появилась эта сборная команда Испании. По восьмой дорожке Жао Льянь, представительница Китая. Действующая золотая олимпийская медалистка в этом виде программы и действующая чемпионка мира. Первая дорожка. Не без проблем она пробилась в следующую стадию, ну я имею в виду после полуфинала в финал. Сюзанна Якобош, это представительница Венгрии. Representing Japan. Calle 2, representando a Japón. Natsumi Hoshi. Natsumi Hoshi. Команда из Японии. Вообще не только мужчины приличные, но и женский коллектив сильный у японок. На этом турнире пока золота нет. От азиатской школы обязательные поклоны судейскому корпусу, зрителям. Колоссальное уважение. Лю Зиге. Еще одна великая азиатка из Китайской Народной Республики. Олимпийская чемпионка. Между прочим, рекордсменка мира в этом виде программы. 2:01.81. Катинка Хосу, сборная команда Венгрии, двукратный чемпион мира. И здесь уже, вспомните, она золото выиграла. 200 комплекс, теперь 200 бат. Made in USA, пятая дорожка, Камиль Эдамс. Девушке 22 года, но дебютирует на таких турнирах. И сейчас Испания будет неистовствовать, боже мой. Таким воплем, наверное, даже Камп Ноу позавидует. Ребел Монте Гарсия, четвертая дорожка. Завтра, кстати, по-моему, Барселона с Сантосом играет. Но приличные люди, находящиеся в Барселоне, выберут плавание. Итак, 2:01.81 Лю Зиге. Мировой рекорд. Рекорд чемпионатов 2:03.41 Джесс Шипер в Риме из Австралии. Девушка проплыла быстро, сильно и хорошо. Она же потом выиграла чемпионаты неоднократно. Собственно, в 2011 году две китаянки на пьедестале. Жао Льянь первая на Олимпийских играх. Жао Льянь первая. Мирея Белмонте Гарсия вторая. И Нацуми Ноши по второй дорожке плывущая нынче. Тогда была в олимпийском финале на третьем месте. Лю Зиге, кстати, проплыла очень слабо. Олимпиаду ту осталась восьмой. Итак, 200 бат, женщины, поехали. Японка Ноши снялась быстрее всех, но сейчас ее уже обгоняют. Ребел Монте Гарсия. Поддержку болельщиков дает о себе знать. Плывет уверенно. Катинка Хосу вместе с ней. Но тут же Жао Льянь. Вот она, по первой дорожке. Если говорить про Нацуми Ноши, немножко она сейчас проигрывает. Жао Льянь тоже, по-моему, начинает отставать. И мы видим, как активно включается Лю Зиге по шестой дорожке. Якобош, Сорибес, седьмая, восьмая дорожки проигрывает много. Камиль Эдамс тоже уже проигрывает. Так, Лю Зиге, дамы и господа, мировая рекордсменка, выигрывает больше полсекунды у Белмонте Гарсии. И 67 сотых у Катинки Хоссу. Но вот сейчас включается испанка. У Испании пока
Медали нет. Если судить о плавании, были попытки сражений. Четвертые места. И посмотрите, как почти догнала Мирея Белмонте Гарсия Люзеге. Но мы видим, что тут Катенко Коссу по третьей дорожке. 31 сотую китаянки и испанки проигрывает. Итак, что сейчас происходит? Я даже собственного голоса не слышу. Испанский болельщик 10 тысяч орут, не щадя себя. Мирея Белмонте Гарсия. Нет еще побед на чемпионатах мира у этой испанки. И она сейчас пытается сражаться с Люзеге. Но китаянка впереди. Мирея Белмонте еще немножко уступает. Китаянка впереди. И выиграет китаянка. Люзеге снова первая. Белмонте Гарсия вторая. Катенко Коссу вторая медаль. На сей раз бронзовая. 2:04:59 Люзеге. Олимпийская чемпионка 2008 года. Потом... 2009 год она проиграла мир один раз, проиграла мир другой раз, была в медалях, но не первая. И вот теперь она первая. 2:04:59. Фактически первый раз за 5 лет. Да. 2:04:59 Люзеге. 2:04:78 Белмонте Гарсия. 2:05:59 Хоссу. На сумме Хоши четвертая. Ну, а вы говорите футбол. Прошу редактора информировать о текущем положении дел на поле стадиона в Дании. Или не в Дании играют, собственно. Тут я не могу вам сказать, где играют. А, в Дании, спасибо большое. Я еще подумал, что если в Казани играли, все было бы хорошо. Счет по-прежнему не изменился в матче Рубины Раннерс. 12-я минута, Торбинский 1-0. Не очень хорошо сыграл датский вратарь, такая информация у меня есть. Дальше у нас 200 метров брас с участием российских спортсменов. Сегодня программа еще такая. Финал на дистанции 50 метров на спине у женщин. Плюс ко всему 200 метров мужчины, полуфинальные заплывы. Ну и эстафета 4 по 200 метров, куда, увы, наши не попали. Так, вот результат. Люзеге, Мирея Белмонте Гарсия, Катенко Коссу. Три призера. Малдинов и Сенкевич будут стартовать здесь, наши парни. Это Малдинов из Москвы, подопечный Алексея Зайцева. Молодой спортсмен 94-го года рождения. Ну, что касается Вячеслава Сенкевича, он из Волгоградской области, подопечный Виктора Сапрыкина. Вступает за Великобританию. Я, в общем, мог бы, наверное, при иных раскладах и за Ирландию плавать. Но в последнее время как-то Джемисон не очень, честно говоря, во всех смыслах. Грек по восьмой дорожке, но ничего особого про него не скажем. А вот по седьмой Марат Амалдинов. Поприветствуем. Участник юниорских чемпионатов, Всемирной универсиады. Был пятым и там, и там. Но вот в прошлом сезоне на юниорском Евро стал победителем 200-метровки. С чем мы его и поздравляем. Еще раз Амалдинов талантливый. Томаш Клобучек, это сборная Словакии. Итак, седьмая дорожка, 19-летний Амалдинов. А сейчас мы видим 21-летнего Вячеслава Сенкевича. Рекордсмена России в этом виде программы, победитель Всемирной универсиады, участник Олимпийских игр, но тогда финал не сумел пробиться, слава. Рио Татейши, сборная Японии, бронзовый олимпийский медалист.
representing Finland. Calle 5, representando a Finlandia, Matti Mattsson. Lane 4, representing Great Britain. Calle 4, Matti Mattsson, Финляндия. Andrew Willis. Andrew Willis, сборная Великобритании. Четвертая дорожка. Сенкевич попал в полуфинал с восьмым результатом. 2:10.82, а Малдинов с 12-м. Но уже в полуфиналах. Посмотрим. Пожелаем парням удачи. Непростой вид программы. Майкл Джемисон, который по первой дорожке серебряный призер Олимпийских игр в этом виде программы. Но в нынешнем сезоне поначалу плавал не очень, потом показал очень приличный результат 2:07.78, но как-то веет нестабильностью от него. Итак, 2:07.01 рекорд мира, японец Ямагучи. Проплыл после Олимпиады 15 сентября в ГИФУ. Акихиро Ямагучи 2:07.01. Рекорд чемпионата 2:07.31. Кристиан Спренгер. Уиллис пока первый. Ну что, Сенкевич шестой, а Малдинов восьмой после первых метров дистанции. Уиллис, Джемисон и Самилидис. Панагиотис Самилидис, 19-летний греческий спортсмен, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2011 года. Потом мы видели его и на взрослой Европе, и вроде так уже начинает результат показывать. Наши, шестая дорожка намного быстрее плывет, нежели седьмая. Малдинов отстает. Старается Сенкевич, посмотрите. Третьим пока заходит. Малдинов восьмой. Ну что ж, Вячеслав Сенкевич очень хорошо и активно работает. Вот нам бы еще в мужском финале на 200-метровке иметь своего человека. Эндрю Уиллис из сборной команды Великобритании. Сенкевич какой молодец. Ну, вторым, наверное, будет. Да, здорово. Посмотрим за результатом. 2:09.47. Рекорд России здесь 2:08.62 от Сенкевича. А Малдинов восьмой 2:13.06. Но тоже может плыть быстрее. Завершает борьбу Марата. Вячеслав Сенкевич. Будем надеяться, в финале. Итак, уважаемые друзья, по-прежнему нет возможности показывать футбол. Но есть возможность говорить о футболе. 33-я минута матча. Раннерс Рубин. Счет по-прежнему 1-0. Тарбинский удачно стартовал по восьмой дорожке и забил. Спасибо футбольным болельщикам за терпение, за ту радость, которую они сейчас испытывают, наслаждаясь плаванием. Я думаю, что как раз вот такие случаи, когда погода вмешивается, что-то еще, спутники всевозможные и так далее. Финал 200 метров, пресса Москвы.
Стартовый лист тем временем второго полуфинального заплыва на дистанции 200 метров брасом. Я знаю, что сейчас в недрах спортбокса плавание смотрит даже великий Александр Бубнов. И наверняка о технико-тактических действиях наших брасистов будет следующий рассказ. Футбол-то он не видит. Да, Александр Викторович? Кристиан фон Лен, Германия, первая дорожка, а Би Джей Джонсон из США по восьмой. Кевин Гордос по седьмой, тоже американец. Ну тут по рейтингу наши американские друзья на втором месте, Гордос за Джеймисом. Сенкевич, кстати, четвертый результат имеет в нынешнем сезоне, но должен плыть быстрее, конечно же, смею думать, завтра. Лоран Карньоль, это сборная Люксембурга. Вторая дорожка. Гедриос Титенис, сборная команды Литвы, бронзовый призер чемпионата мира. Акихиро Ямагучи, вот действующий мировой рекордсмен в этом виде программы. Установил мировой рекорд в середине сентября прошлого года. Lane 5, representing Hungary. Kapresin, representando Hungria. Daniel Gerta. Вот, кстати, нам принесли сейчас и показывают по пятой дорожке Даниэль Дюрта. Это великий человек, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира как раз в этом виде программы. И по четвертой дорожке Марко Кох, немец. Ну, может быть, немцы на что-то сподобятся уже здесь. Рассказывал вам про локти, а вот тут официальный пресс-релиз. Тиаго Перейра сказал, что очень рад своей бронзовой медали. Это 200 метров комплексное плавание. Касуки Хагин сказал, что дальше будет разговаривать после заплыва на спине. Райан Лохти выступил блестяще. Не стал говорить, а на вопросы вам ответит пресс-менеджер. Ну, тоже мне Аршавин нашелся, ё-моё. Так, уважаемые друзья, второй заплыв. Пока сборная США в этом бассейне, если говорить о плавательном турнире, выиграла столько золотых, сколько в этом же бассейне взяла наша непобедимая команда по синхронному плаванию. 7 золотых. Китайцев уже 3 золотых, по 2 золотых у Австралии, Южной Африки, Франции и по 1 у Бразилии, Венгрии, Литвы и Швеции. Гордосу США, посмотрите, вот он с запасом плыл и практически Ваньку валял, будем так говорить, в предварительном заплыве. Но потом, сейчас даже быстрее начал график мирового рекорда, хотя, впрочем, это всего лишь первые 50 метров. Дистанции 100 метров, кстати, он к различным, ну, таким приличным самым результатом. Плыл в финале на 100 метровке, седьмым остался. А сейчас посмотрите, насколько вот это быстрое начало давлело над соперником, что к нему приблизились и немец. И фактически тут уже вчетвером сейчас еще Кристиан фон Лем, первая дорожка. Ямагучи, еще один немец, Марко Кох. Ну и Даниэль Дюрта. Кордос уже отстает.
Венгер по пятой выиграет этот заплыв. Тянется, продавливает Омегу. Кофф второй, Ямагучи третий. Ивен Кордос с таким началом, быстрее графика мирового рекордов, всего лишь седьмым приплыл. Нет, прошу прощения, все же четвертый, да, абсолютно другой американец. Джонсон седьмой. Промашка вышла. 3:10:03. 2:08:50 время победителя. И здесь, кстати, я хочу отметить, вот сейчас мы смотрим. Этот результат был Дюрте самым быстрым за два полуфинала. Синкевич в финале с четвертым временем. 2:09:47. Амалдинов 16-й, поблагодарим его за борьбу. Синкевич в финале. Итак, 200-метровики наши брасисты. Юлия Ефимова, Вячеслав Синкевич будут завтра плыть в финальных заплывах и бороться за медали этого чемпионата мира. Ну вот так, еще одна новость, которая нас порадовала и очень обнадежила, уважаемые друзья. Дюрте Кох, Уиллис, Синкевич, Джемисон, Матсон, Ямагучи и Татейши, японец. Вот она, восьмерка сильнейших. А мы сейчас уйдем на рекламу, уважаемые. Мои дамы и господа, сегодня большой праздник. Ну когда еще вместо футбола плавание покажем? Gentlemen, welcome to the victory ceremony for the men's 100-meter freestyle. Señoras y señores, bienvenidos a la ceremonia de medallas de la prueba de los 100 metros libres masculino. The medals will be presented by. Las medallas serán entregadas por. IOC President Dr. Jacques Roger. And by. Y por the FINA FINA President. Julio César Maglione. Third and bronze medalist representing the United States of America. Tercero y medalla de bronce representando a los Estados Unidos. Nathan Adrian. Second and silver medalist representing the United States of America. Segundo y medalla de plata representando a los Estados Unidos. James Fegan. Medalist and 2013 world champion in the men's 100-meter freestyle representing Australia. Primero, medalla de oro y campeón del mundo 2013 en la prueba de los 100 metros libres masculino, representando a Australia, James Magnussen. Thank you.
Высокие люди продолжают вручать награды лучшим спортсменам дистанции 100 метров. Джеймс Магнуссон, победитель, австралиец. Джеймс Фейген из сборной США, серебряный призер. Натан Адриан, олимпийский чемпион, нынче третий. Жак Рогге и Хулио Сезар Маглеоне, руководитель Международного олимпийского комитета и Федерации водных видов спорта, вручали медали. Морозов остался здесь, увы, пятым, лидировав большую часть дистанции. Джеймс Магнуссон снова первый на планете. Уважаемые друзья, эта церемония награждения завершена. Австралиец, олимпийский чемпион, 47-71. Джеймс Фейген, 47-82. 47-84, Натан Эдриан. Ну а тем временем есть очень большая вероятность, что все-таки второй тайм матча «Раннерс-Рубин» вы увидите, уважаемые поклонники футбола. На 42-й минуте Рандон забил, по-моему, так ударение этого футболиста. 2-0, Рубин впереди. Торбинский на 12-й минуте открыл счет. Соответственно, сейчас 2-0 в пользу подопечных Курбана Бердыева. 2-0 Рубин впереди в этом матче Лиги Европы. И второй тайм зрители увидят на нашем телеканале. Но покуда сейчас перерыв, мы еще радостно посмотрим дистанцию 50 метров на спине у женщин. Это финал. Я надеюсь, времени нам хватит. И хочу сказать уважаемым телезрителям, что, соответственно, яркие и динамичные моменты эстафетного плавания 4 по 200 метров кроль у женщин в нашей программе «Большой спорт». Плюс ко всему мы подведем итоги сегодняшнего дня. У нас, кстати, радостная информация. В турнире журналистов наш специальный корреспондент Дмитрий Дятлов сегодня занял второе место. Еще, казалось бы, 4 года назад каких-то времени он был 96-м, потом 48-м. Вот сегодня в плавании на точность нужно заявлять результаты, показать, собственно говоря, те или иные секунды. Неважно, он самому заявленному результату проиграл 1/10. Выиграл человек, который на 4 сотых ошибся всего лишь. Но Дмитрий Дятлов, наш специальный корреспондент, продемонстрировал просто феноменальную прыть. Ну, ваш покорный слуга не участвовал сегодня днем, потому что были другие заплывы на Барселонете. И, в общем, там, с моей точки зрения, чуть более перспективнее турнир, нежели журналистский в этом бассейне. Но, собственно, если говорить о непосредственно плавании высоких достижений, то сегодня еще два финала у нас. Дистанция 50 метров на спине среди женщин. Дальше 200 метров на спине мужчины. Это два полуфинала и эстафетное плавание. Ну а сейчас женская спина красивая, страстная. 50-метровка. Стартовый список на ваших экранах. Итак, будем сейчас приветствовать тех, кто поплывут в этом неолимпийском виде программы, но мы знаем, насколько хорош спринт. В программе Олимпийских игр только кроль культивируется на 50-метровке. Итак, приветствуем. Джорджия Дэвис, команда Великобритании. Еще одна британка, Лорен Квигли. Первая дорожка. Рэйчел Бутсма, представительница США. Этьен Медейрос. Сборная команда Бразилии. Чжао Чжинь.
Mercedes Perez, сборная команда Испании. И Айя Теракава. Пятая дорожка. А по четвертой представительница Китая Фу Янху. Не произносите эту фамилию целиком, дамы и господа. Сейчас у нас с этим строго. Действующая чемпионка мира в этом виде программы Анастасия Зуева. Увы, пропускающая, как я уже неоднократно говорил, этот чемпионат мира. Две наши чемпионки российские планеты, Юлия Ефимова и Анастасия Зуева, выиграли 50-метровые дистанции. Были призерами неоднократными в олимпийских видах программы. Чаоджинь 27.06, это рекорд мира. Со старта Рэйчел Бутсма и Чаоджинь лучше всех снялись. Получается плавание у бразильянки по второй дорожке. Фу Янху выходит вперед. Но здесь атака и Теракаву, и Джао Джинь. И, по-моему, шестая дорожка. Да, да. Две китаянки. Одна первая Джао Джинь, другая вторая. Теракава третья. Вот так завершился этот скоротечный финал на дистанции 50 метров на спине. ...27-29, Джао Джин первая, Фу Янху из Китая 27-39, вторая, Айя Теракава третья 27-53. Так, бразильянка 27-83, испанка только лишь пятая, американка седьмая. Ну и вот здесь достаточно большое количество китайских поклонников спорта, как мы видим, уважаемые друзья. Напоминаю, уважаемые друзья, что в матче Runners Дания Рубин Россия продолжается перерыв со счетом 2-0. Наши спортсмены впереди. Тарбинский рандон, 12-42 минуты. И совсем скоро вы увидите, уважаемые друзья, футбол. И это большое счастье. Были проблемы с сигналом, никак не могли мы показать, но нет худа без добра. Увидели зато в самые яркие моменты плавания, награждения 100-метровиков королистов. Остаются теперь заплывы без участия российских спортсменов. Я напоминаю, что на канале «Спорт» вы сможете увидеть окончание вот этой трансляции плавательной в большом объеме. Ну и, соответственно, еще финальный заплыв фрагментарно мы покажем в программе «Большой спорт» сразу после футбола. Выход спортсменов, участников следующего полуфинала 200 метров на спине. Ну так уж получается, ничего не получается у тех, кто плавает на спине. Сейчас вот в этом виде программы лечится Станислав Донец. Непонятно, что дальше с Аркадием Вичаниным. Так что, увы, не очень-то. Вот Александр Тарабрин, выступающий за Казахстан, 22-й результат показал. Рясуки Ирии мы отметим, он скоро появится по шестой дорожке в этом заплыве, представитель Японии.
Вот он. Трехкратный олимпийский призер, трехкратный призер чемпионатов мира. Ну что ж, уважаемые друзья, вот сейчас радостная информация. Все же будем все дружно смотреть футбол. Итак, второй тайм матча. Runners Дания, Рубин Казань. 2-0. Наши спортсмены впереди. Вперед, Рубин. Напоминаю, что окончание плавания вы сможете посмотреть на канале «Спорт». И, соответственно, 4 по 200 женщины в программе «Большой спорт». Мы об этом вам тоже расскажем. Всегда с вами Дмитрий Губерниев, уважаемые друзья. И вперед, Рубин! Вперед! Приветствую всех на канале «Спорт», уважаемые друзья. Мы-то с вами никакие матчи Рубина в Лиге Европы нынче не смотрим. В «Большом спорте» нам скажут счет. Сейчас у нас 200 метров на спине. Это первый заплыв. Понаблюдаем. Китайский спортсмен очень хорошо работает. Еще один финал у нас остается, когда мы посмотрим за тем, как завершились вот эти вот заплывы. 4 по 200 кроль женщины. Кто? Америка, Китай, Австралия? Посмотрим. Рясука Ирия, как и предполагалось, один из самых опытных в этом заплыве, победил. Но это полуфинал. Ну а сейчас мы ждем выхода спортсменов, участников следующего заплыва на дистанции 200 метров на спине у мужчин. Субтитры сделал DimaTorzok.
backstroke semifinal 2. I ara la semifinal 2 dels 200 metres esquena masculí. Lane 8 representing Brazil. Carrer 8 representant Brasil. Leonardo De Deus. Lane 1 representing Italy. Carrer 1 representant Itàlia. Federico Corrini. Lane 7 representing Poland. Carrer 7 representant Polònia. Radoslav Kovecki. Lane 2 representing Great Britain. Carrer 2 representant Gran Bretanya. Christopher Walker Hepburn. Lane 6 representing Japan. Carrer 6 representant el Japó. Kosuke Hagino. Снова Касуки Хагина. Вот он отказывался говорить до этого заплыва. Немецкие болельщицы ярко всех приветствуют. Райан Лохти. Тарек Клэри. Еще один очень способный молодой человек. На голубых дорожках спортсмены. Финишный момент. Клэри Лохти. Клэри впереди. Лохти второй. Ковецкий. Вот поляк Радослав Ковецкий. Знакомый любителям плавания молодой человек. Выступил хорошо. Ну и вот кто попал, Клэри Лохти. Сейчас, я думаю, нам табличку покажут, впрочем.
Ну а дальше церемония награждения и эстафета 4 по 200. Ladies and gentlemen, welcome to the victory ceremony for the women's 200-meter butterfly. Señoras y señores, bienvenidos a la ceremonia de medallas de la prueba de 200 metros mariposa femenino. The medals will be presented by... Las medallas serán entregadas por... FINA Bureau member Mr. Dimitris Diathasopoulos. And by... Y por the Chairman of the State for the Sport, Mr. Miguel Cardenal. Third and bronze medalist representing Hungary. Tercera y medalla de bronce representando a Hungría. Katinka Hosszú. Итак, друзья, радуемся церемонии награждения. Специально для зрителей нашего телеканала «Спорт» хочу отметить, что радио «Маяк» по-прежнему год своего 49-летия, насколько я понимаю, продолжает говорить о плавании и многочисленные прямые включения из Барселоны. Радио «Маяк», Вести ФМ. Ну и поздравляю своего давнего товарища, доброго друга Максима Димкова. Человек, который активно лоббирует надувные бассейны. Есть такая компания Димков Пулс. Но пока вот Мирта Пулс все-таки получше. И с надувными бассейнами не очень. Но, наверное, технологии все-таки не олимпийские. Хоссу, Мирейбел Монте-Гарсия, и приветствуем чемпионку. И очередная китайская награда, уже четвертая по счету, Лю Зиге на верхней ступеньке пьедестала.
Ну что ж, впереди у нас еще эстафета, дамы и господа. 4 по 200 метров. Женщины. Итак, готовимся к эстафете. Стартовый лист на ваших экранах. И смотрим, ждем представления. Этапе Федерико Пеллегрини. Японки. Смотрите, как лихо канадки выходят. Француженки. Максим Демков, кстати, похоже, сейчас показывает выход испанок. Попросил сделать большое интервью с Кэти Ледецки, сборной Соединенных Штатов Америки. В рамках программы «На маяке час с Ледецки» будем пытаться делать. И еще раз напоминаю, что плавание можно смотреть, можно слушать на радио «Маяк». Которого, ну, мы за глаза, может, называем так, Димков FM. Американки, австралийки. Хороший состав. Ледецкий, Врилан, Биспо, Франклин. У австралиек Барретт, Палмер, Эмсли, Коутс. По четвертой дорожке команда Китая.
Ну, вот сейчас методом СМС. Кстати, на радио еще один пришел заказ сделать интервью с Фу Янгку. Будем пытаться. Итак, уважаемые дамы и господа, финал в эстафете 4 по 200 метров. Увы, только девятыми были российские спортсменки Андреева, Попова, Баклакова, Юськова. Не очень хорошо ряд девушек себя почувствовали, не сумели попасть в финал. А сейчас первая дорожка — японка, дальше француженки, американки, китаянки, австралийки, испанки, канадки, итальянки. Китаянок лучшее время с утра. Еши Вэнь начинает первый этап. Американка Кэти Ледецки, двукратная чемпионка мира, рекордсменка планеты. У австралиек по пятой дорожке Брон Берретт. Ледецки, Вриланд, Биспо, Франклин, Мисси Франклин, состав сборной США. У китаянок Еши Вэнь, Джао Ивэнь, Гоу Джинджини, Джу Юхань. Испанки по шестой дорожке, по седьмой канадке, по восьмой итальянке. Посмотрим в этой эстафете 4 по 200 метров, как будут дальше развиваться события. Француженки начинают здорово. Тут Камиль Муфа на первом этапе. Олимпийская чемпионка. Метров позади, Муфа по-прежнему с преимуществом, но не таким большим. Испания и Австралия. У испанок Мелани Коста-Шмидт на первом этапе, австралиек Брон Берретт. Состав австралийской команды: Брон Берретт, Кайли Палмер, Британи Эмсли и Алишия Колтс. Быстрее графика мирового рекорда. 7.42.08 рекорд мира от сборной Китая. Пока плывут француженки. Догоняют американки. Австралийки отстают с испанками. Ну и, кстати, сборная Франции уже на второй позиции. Не выдержала Камиль Муфа. Сейчас Шарлотт Боне. Кэти Ледецки на первом этапе сборной США. Она проплыла свое. И Шеннон Бриланд сейчас плывет за США. Кали Палмер за Австралию. Еши Вэнь сменила Джао Ивэнь. Француженки, тем не менее, возвращают себе первую позицию. И австралийки перемещаются на третье место. Но американки нос к носу сейчас работают со сборной командой Франции. Американки выходят вперед, 32 сотых, австралийки пока третьи. Что сборная Китая, покуда на четвертой позиции китаянки. С американкой Шеннон Бриланд и с австралийкой Британи Эмсли. Три команды впереди. Китаянки по четвертой дорожке отстают. Вот сейчас первые француженки, американки, австралийки. Дальше сборная Китая.
испанки. Испанки тоже стараются. Сейчас на третьем этапе Мирейбел Монте-Гарсия за сборную Испании. В Австралии пока Британи Эмсли, у команды США Карли Биспо, Милен Лазар, представительница Франции на третьем этапе за трехцветную команду. Ну, пока, согласно графику мирового рекорда, отставание приличное. Австралийки на первую позицию выходят, дальше американки и французы. Метров предпоследний этап и последний еще заключительный старт для спортсменок преодолеть нужно им 200 метров 4 по 200 эстафета. Снова Америка с Австралией зарубается, американки опередили австралийк в эстафете 4 по 100 метров. Австралийки пока чуть впереди. Отваливается Франция. Ну и посмотрите этот момент сборной Австралии. Едва ли не корпус везет американка. Только после касания тумбочки нужно прыгать к следующему этапу. Элиша Коусу Австралии. Мисси Франклин за сборную США плывет. Орали Балми за команду Франции, за Китай Суюхань. Смотрите, Мисси Франклин догоняет. Только 50 метров позади, а Мисси Франклин уже вплотную приближается и опережает хуже готовую Алишу Коутс. Это Мисси Франклин. Большое преимущество сборной США. Мы видим, как Франция с Китаем пытаются Австралию догнать. Итак, друзья, за 75 метров до финиша от былого превосходства Австралии, который выиграл у Штатов, почти корпус нет и следа. Трехкратная чемпионка мира 2013 года Мисси Франклин, играючи, достала австралийку Алишу Коутс, вырвалась вперед. Ну а тем временем мы видим, как сборная команда Франции борется с Китаем за бронзу. Сборная США с рекордом Америки выиграла у Австралии эстафету 4 по 100 метров. И тогда Австралия тоже большую часть гонки лидировала. Но в сборной США есть Мисси Франклин, Кэти Ледецкий, Шеннон Вриланд, Карли Биспо и Мисси Франклин. Это чемпионки мира. Австралийки вторые. Барретт, Палмер, Эмсли и Коутс. И мы смотрим. Америка первая. Австралия вторая, француженки третьи. Муфат, Боне, Лазаре, Балми, сборная Китая, рекордсменки мира, остались за бортом тройки сильнейших. Вот так завершилась эстафета 4 по 200 метров. Кролевые эстафеты в женском плавании подвластны только американкам. Это восьмая золотая медаль сборной США после пяти дней соревнований под сводами Палау-Сан-Жорди. Все, уважаемые друзья, что мы хотели вам сегодня рассказать. Огромное спасибо за внимание. Отдельное спасибо Георгию Куренкову, замечательный редактор, который в свое время очень плотно работал с Гонсало Игуаином во время чемпионата мира в Южной Африке. Но вот все же решил не менять родину на Аргентину и остается с нами Гоша Куренков. Это приятно, Георгий. Спасибо вам большое. Всегда с вами Дмитрий Губерниев, уважаемые друзья. До встречи. Спасибо. Пока.